Ну, все похоже. Все, давай ее. Ну, в общем, Маша мне сказала, что я... таких слов сейчас нельзя говорить в этой квартире. Ну, правда, ну, серьезно, ну, какой из меня отец, а? Там от тебя больше никто не беременел? Нет. И вообще, мы со Славой так не договорились. Слушайте, мне это как-то странно. Трое взрослых людей бегут от... Надо было быстрее болеть. Сколько нам еще здесь торчать придется? Ничего страшного. Располагайся, чувствуй себя как дома. Спасибо. Я еще погулять хотел. Я год в Москве не был. Вы в самолете. Тихо. Слышите, никто не плачет.